важно, какие слова. Человек на хип-хоп биты положил стихи Маршака. Не важно, сколько аккордов. Я впервые вижу и слышу такой диссонанс. Не важно, в каком стиле. По преданиям грехов. Представителей тру-металла из Беларуси я встречаю впервые. Важно, какая звезда и как перепоет никому неизвестную песню. Давайте узнаем, кто взялся за этот трек. Это может быть не Лето. Дима Билан. Клава Кока. Если Панайотов споет эту песню, его разорвет на куски просто. Браво! «Конфетка». В субботу в 9 вечера. Премьера на ТНТ.